А вы хотите преобразить свой интерьер без ремонта, без разведения грязи, без покупки новой мебели? Ведь на это уходит очень много времени, уходит, да, конечно же, много, конечно, средств. А мы это можем сделать за столь низкую стоимость, придать своему интерьеру эффект нового ремонта. Да, всего лишь одним элементом вы измените полностью ваш интерьер. Всего лишь нужно поменять шторы. Шторы кофейные узоры подойдут в любой интерьер, и ваш интерьер заблестит новыми красками. Ну а цена какая? Ни один ремонт не сравнится. 3699 рублей. Учитывая, что сегодня у нас еще и бесплатная доставка от 3900 рублей, нужно всего лишь дополнить покрывалом, и все, новый интерьер готов. Да, Люд, на самом деле это настоящий подарок. Конечно. За низкую стоимость мы полностью преображаем интерьер. Ты знаешь, я же переехала в новую квартиру. Да, поздравляю тебя. И спасибо большое. И сейчас, конечно, я занимаюсь подбором текстиля. Так вот, в одну комнату я уже подобрала текстиль. Насколько, как она поменялась. Вот поверьте, с таким комплектом штор ваш интерьер преобразится. Он действительно наполнится новыми красками. Люд, и знаешь, что мне нравится? Мне очень, да, нравится цветовая гамма. Ведь она абсолютно универсальная. Да, я тоже смотрю. Такая гармоничная, бежевые оттенки. Они успокаивают, они создают такую гармонию в интерьере. А шоколадный оттенок, он делает интерьер более богатым, подчеркивает, конечно же, его шикну и добавляет элементы роскоши в ваш дом. И важно, что такой комплект вы можете легко повесить как в спальню, так и в гостиную. Кстати, о цветовой гамме. Фэншуй говорит, что если вы хотите в ваш дом привлечь энергию денег, то добавляйте золотые оттенки и коричневые. Именно они привлекают в ваш дом энергетический поток денежный. Поток. Вот, да, Люд, это действительно так, на самом деле. Я тебе хочу сказать, я пользуюсь фэншуем, да, советами, советом фэншуя следую, и действительно работает. Да. Люд, но я, конечно, как эксперт хочу уделить внимание ткани, ведь когда мы говорим о роскоши, мне кажется, мы не можем обойти стороной шелк, потому что шелка во все времена считались поистине тканью королей. Вы только посмотрите на это сияние, ведь такой комплект не только создаст эффект нового ремонта, но визуально расширит пространство за счет цветовой гаммы, это бежевые оттенки, и за счет сияния декоративного шелка. Кстати, Катюш, вот насчет расширения пространства. У меня ощущение, что с этими шторами у нас даже потолок стал выше. Да, Люд, ты правильно заметила, потому что у нас вертикальный, смотрите, рисунок, и за счет этого, да, потолок действительно становится выше. То есть у нас визуально расширяется пространство, а также еще и увеличивается высота. Ой, кстати, вот давайте обратим внимание на размер каждого полотна. Это, кстати, редкий размер 200 на 270. Это значит, какое мы можем окно закрыть? Люд, мы можем закрыть окно до 5 метров. До 5 аж. Если мы говорим про полностью, да, закрыть окно единым ровным полотном, 4 метра. Да, а так мы можем до 5 метров. Можно повесить во всю стену, это будет очень элегантно, и ваш интерьер действительно преобразится. Люд, но я хочу обратить внимание еще на то, что с таким комплектом, если повесить, например, его в спальне, мы еще и будем высыпаться. Вот ты рассказывала, что у тебя фонарь. У меня напротив окна фонарь. Вот если у вас такие же проблемы, пора менять текстиль на окне, потому что у меня, я, во-первых, просыпаюсь от солнца, да, со своими шторами, во-вторых, сплю с фонарем, да? Ну, Лёд, так смотри, повесь такой комплект и все. Будешь высыпаться, начнешь наконец-то это делать, так, потому что у наших портьер идет затемнение, да, на 75%. Вот так вот. А это значит, что вы начнете высыпаться, ведь луч солнца либо фонарь не будет пить вам прямо в глаз. Кстати, я уже проверила, это только что у нас здесь софитов, вот штук 20, наверное, я закрываюсь, и главное не заснуть за шторами, пока стою. 3699 рублей, вы такими шторами не только увеличите вашу квартиру, вот вашу площадь, представляете, еще и сделайте ваш потолок выше и начнете высыпаться. А, кстати, вот все доктора советуют, что мы должны даже просыпаться в немного затемненной комнате. Вот с такими шторами вы будете еще и правильно высыпаться. И всего лишь за 3699 рублей. Скидка сегодня 1700 рублей, а все потому, что у нас сегодня распродажа и шторы кофейные узоры. Еще и главный товар
бар сегодняшнего дня на телеканале Shop & Show. Кстати, вот, Катюш, ты знаешь, вот у меня ощущение вот этой цветовой гаммы, что ее можно менять местами, да? Да, я только хотела об этом сказать. Смотри, можно поменять портьеры местами, и тогда середина у нас будет таких шоколадных оттенков, да, а по краям у нас будет бежевый цвет. И на самом деле интерьер опять-таки заиграет новыми красками. По-другому, поэтому, да? Конечно, по-другому. Поэтому у нас получается не один комплект, а можно сказать целых два. Ведь вы можете быть дизайнером своего интерьера. Ой, и правда, представляете, вот раз в полгода, грубо говоря, мы стираем шторы, да? Можно в один сезон повесить в одном положении, в другой, в другом, например, в самые яркие дни солнечные повесить вот это в центр, да? Потом поменять местами. Да? Кстати, вот насчет стирки мы заговорили, да, я говорю, вот мы стираем, а такой комплект мы можем стирать у себя дома или надо в химчистку? Люд, никакой химчистки не нужно. Я, конечно, помню про твою блузку, то, что ты мне рассказывала, как ты ее постирала, да. Люда постирала свою блузку из шелка в своей стиральной машинке, но, к сожалению, она уже достала непригодна. Но декоративный шелк, в отличие от натурального шелка сырца, обладает высокой прочностью и износостойкостью. И что очень важно, очень легко за ними ухаживать. Вы легко постираете шторы в своей стиральной машинке на деликатном режиме при температуре 30 градусов. И знаешь, Люда, что еще? Да. Самое интересное, что, как заявляют производители, декоративный шелк при правильном уходе служит без потери качества 10 лет. 10 лет без потери качества, но я люблю делить цену, сразу можно делить цену на 10. Получается, такие шторы нам обойдутся чуть-чуть больше 300 рублей в год. Представляете, 300 рублей в год вам обойдутся вот такие шторы. На месяце я даже не делю, потому что цена получается просто невероятно маленькая. 3699 рублей, и забудьте о новых шторах 10 лет. Так еще эти шторы можно менять местами полотна, и у вас будет ощущение новых штор каждый год. 3699 рублей. И сегодня скидка 1700 рублей. Такие шторы вы будете стирать в вашей стиральной машине. И они вам будут служить минимум 10 лет при правильном уходе. Ну а если еще и дополните покрывалом, то ваш интерьер заиграет просто роскошью и блеском. Но есть еще один огромный плюс. Ведь декоративный шелк не боится прямых солнечных лучей. Значит, чего? А значит, не будет выгорать. А сейчас тебе покажу, посмотри. Давай. Видишь, наша сторона, она такая белесая, она матовая. А, и именно это, есть, это и есть защита. Ага. Ну и сам декоративный шелк также не боится. Шторы выгорать не будут.